Он навалит. Да. Снимай его, Николай. Снимай, снимай. Отдельно снимай от всех. А то другие будут фон портить. Дай его с этой стороны еще. Это вы, Кэталин, да? Да давай. Красота требует жертв. Рядом с нами тренируется Казанка. Это, я понял, так второй состав Локомотива. Молодежная команда. А вот на том поле тренируется футбольный клуб Уфа. А там, по-моему, чехи, да? Там чехи. Ну вот Сычев. Смотри, сам удач. Я сказала, стартуй. А ты здесь меняй направление. Понимаешь, работа в менее направлении. Ну ты не первый раз, ну как же ты мне в ноги кидаешь? Я сказал, 4 мяча поставил. Мне не надо их возвращать. Лех, ты сейчас похож на дедушку Мазая. Не знаю, он тоже с багром ходил. С сегодняшнего дня у нас с Азаматом платный эфир, понимаешь? Все, бесплатные раскручивания роликов, Сергей Николаевич, закончились. Сегодня какое число? 31-е. С завтрашнего дня. Фу, блин, что-то навозом пахнет. 100 долларов навозиком. Да. Сегодня Сафа на тренировке обосрался, его обыгрывал. Иван обыгрывал, а сейчас икроножка болит у него. Слушай, это святое место пусто не бывает, учти. Да, вот. Как бы вот... Глебушка не занял твое место, все его смотрели. Дай бог, Глебушка. Ну, мое нет, а какое-нибудь другое ворота со временем. Глебушка. Расскажи, что у него. Устаешь? Нормально? Да. Казахи пишут? Мама пишет? Ты звонишь ей? Да. Да? Скучает по сыну? Не говорит, быстрее приезжай в Казахстан? Нет? Снимаю вратарей специально по просьбе Андрея Лунева. Он пару дней назад мне писал, чтобы в дневнике побольше было видео с вратарями. Вот, Андрюш, специально для тебя. Я, видишь, Жорика сейчас снял, как он тренируется. Красиво. Будешь ты, Николаевич? Блин, спасибо, Николай. Ну, дай мне. Из твоих рук это...
передаю привет. Кому? Николай, это видео практически без тебя обошлось каким-то образом. Что? Кажется, тебе надо активно в нем поучаствовать, сказать пару слов каких-то хороших. Выделить Кэтлина Карпу по сегодняшней тренировке. Кэт вообще сегодня был лучше на тренировке. Бежал как конь. Вот он, видишь, недоволен, что кто-то заезжает в гостиницу. Ну, тут пенсионеры, конкуренты. Он хочет выкупить ее. Кстати, Николай, пользуясь случаем, хочу передать привет самому некрасивому вратарю во всем мире, Андрею Лунёву. Андрюшка, мы тебя помним. Он потом скажет, что это все спланировано. Не, это была импровизация. Он смотрит на ТНТ, импровизация. Я вызываю его на дуэль. Он вообще... Скажи там у себя, в Санкт-Петербурге за меня, за пацана нормально. Скажи, игрок есть? В порядке? Скажи, без мяча, бежит с мячом не можно. Вот, смотри, тут молодежь. А Глебушка уже здесь, уже в СПА первый. Глебушка. Ты, блядь, не знаешь, что ты нашел? Нет. Все, вот это уже косяк. Значит, он первый раз. Нет. А вот девушка, которую мы знаем. Давно уже. Которая все хочет, чтобы мы счастливы. Hi. How are you? Hello. I'm happy. Happy man. Олимпионик. А, это что за тренировка была? Ну, хорошо. Пистолет. Ну, могу быть физруком. Поэтому Лунёву привет передаешь. Лунёв. Думаешь, может, слово замолвит, тебя возьмут в «Зенит» тренером по УФП? Не смеши, Николай. Это же не смешно уже. Все, Глеб, скидывай. Глеб, быстро только, быстро! Ты кого из него готовишь? Шварценеггера? Губернатор Калифорнии перед нами, будущее. Возможно, эти кадры, вот эти съемки войдут в аналы. Выше поднимайся. Ты вот так его постоянно учишь, да? Все. А? Так его постоянно учишь. Первый раз. Глеб мне другое рассказывал. У него просто своя подготовка была в номере. Ну, он слева живет, он знает, как надо. Сейчас еще разок. Напрягся пресс. Вот парень из Вильяреала к нам приехал. Видите, какие блины большие берут. Приехал опытом делиться. Самый. У меня даже нет слов. Нет. Приехал, чтобы сохранить, с ним опытом поделился. Сохранили машину. Я топ-человек, топ-футболист. Про таких нужно фильмы снимать. А вы про Зинченко фильмы снимаете. Но это вопрос не к нам, это вопрос к Матч ТВ. Мы-то снимаем. Нет. Про Сухова, про Глебушку, про Никаса. Про Боки-Йоки. Боки-Йоки. Какую музыку сегодня слушаете? Шансон, братан, не ошибайся. Михаил Круг. Во! Ты понял, как человека подготовил? Бузову. Как он может Бузову слушать? Посмотри на него. На сегодня это все. Смотрите наши выпуски дальше. Нет, Николай, стой. У меня есть знакомый пластический хирург, который спрашивает телефон Андрея Лунёва. Луня, я дам ему или нет? В личку напишешь мне?